У Могилёвской области 49 мест у отпочинку на водоемах покуль только 39 отрымали пашпарты готовности. Справа у тем, что у некоторых районах еще не проверили акваторию дна. И вот санитарные службы распочали мониторинг стану воды. Дальше по выниках проверок сняли заборону купания на Святым озере Могилёва. Отповедные показчики зараз тут у норме. На Святым озере многие отдают перевагу прогулкам каля водоема. Лезть у воду не дозволяя не только холодноватое надворье, не подобается великая колькость чаек на березе. Чайки тут много чего гадят. Нагадаем, опошние 2 года санитарные службы дозволяли на Святым озере принимать только сонечные ванны. Зараз усе показчики по воде у норме, кажут у санэпидслужбе. Тому тут сняли заборону на купание. Последовательно несколько удовлетворительных результатов по качеству воды на данном водоеме, что позволило приостановить действие данного предписания, то есть разрешить купание. А вось на популяцию птушек, кажут, никто поуплывать не может. Санэпидслужба удокладняя, организация, якая обслуговывает пляж, повинна регулярно сочить за чистенью пяска на пляже. До речи, в Могилёвской области 49 официальных пляжей. Усе места отпочинку подрыхтованы, однако только 39 покуль отрымали пашпарты готовности. Не подписаны паспорта готовности по 10 пляжам. Это пляжи в Быховском районе, один пляж в Горецком, пляжи в Костюковичском районе, и Круглянском, и Климовичском. То есть эти пляжи не подписаны на сегодняшний день по той причине, что не проведено обследование дна акватории. На местах отпочинку каля водоема одновлены навесы, кабинки, контейнеры для смети. Подчас купального сезона санэпидслужба потребует тут обовязковую наявность питной воды, а в выходные дни пропонуя организовывать выездный гандаль. Татьяна Сергійчик, Юрий Ауласов, новини региона.